И в городском центре культуры Нефтекамска по благословению епископа Нефтекамского и Октябрьского Амвросия состоялась епархиальная рождественская елка. На ней присутствовали духовенство, администрация города, представители учреждений культуры и образования, прихожане Петропавловского собора и жители города. С приветственным словом выступил секретарь епархиального управления протоиерей Алексей Тихонов, в котором он преподал всем присутствующим благословение епископа Амвросия и передал поздравления с торжеством Христова Рождества. Праздничный концерт был организован воскресной школой Петропавловского собора с участием творческих коллективов музыкальной школы и детской школы искусств города Нефтекамска. После выступления воспитанники Нефтекамской воскресной школы представили рождественский спектакль «Подарок царю». Концерт дополнил исполнение рождественских колядок и песен. Завершился праздник традиционными играми вокруг рождественской елки.